Привет всем, дорогие мои зрители! В этом видео я вам хочу показать, как я буду наливать в пустой флакончик аромат. Вот этот пустой флакончик, сумочный вариант, я купила в магазине Bottega Verde со скидкой. Вот как выглядит сам флакон. Я не знаю, сколько здесь миллилитров. Больше 5 это точно. Я думаю, около 10 миллилитров здесь есть. В общем, неважно. Упаковку я выбросила, поэтому точно сказать не могу, какая вместимость вот этого пустого флакончика. И обычно в такие флакончики наливают аромат и носят с собой в сумочке для того, чтобы не носить вот такой большой флакон. Во-первых, флакон очень тяжелый, конечно же, неудобно носить в сумке. Во-вторых, аромат не любит, когда его трясут. Отставляем аромат. Что еще хочу сказать? Я хочу отправить посылку в Украину моей сестре. И вчера послала, значит, фотографию. Вот. С этими ароматами Black Opium Nuit Blush, прекрасная жизнь, это Edizione Christmas и Valentina Pink. В общем, я у моей сестры спросила, какой флакончик она выберет, такой аромат я ей налью вот в этот пустой флакон, да? Моя сестра выбрала вот этот черный, как она мне написала. Моего совета она не спрашивала, ну это и хорошо. Но если бы спросила, я бы ей посоветовала попробовать вот этот аромат Valentina Pink. Аромат очень красивый, имеет свою изюминку. Я его ношу, действительно ношу, с удовольствием. Словами передать вам не могу, как он красиво раскрывается. Очень красивый, комплиментарный. Моя подруга Ливия заметила этот аромат и сделала мне комплимент. Поэтому шлейф есть. Только надо разносить этот аромат для того, чтобы понять, какой он на самом деле. В общем, давайте будем приступать наливать вот в этот флакончик вот этот аромат. И я вам буду показывать, как я это буду делать. И у меня есть наборчик, я купила год тому назад. Или, в общем, неважно, когда я купила, вот такой набор. Здесь есть такая лейка, по-моему, так называется на русском языке. Извините, если я неправильно назвала вот это. На итальянском языке имбутито. Имбуто. Так что мы вот этим имбуто будем наливать аромат. Как это делаю я? Это я делаю первый раз. Видите, здесь откручивается. А, прямо откручивается. Окей. Ставим сюда. Ставим сюда. Всем видно, все хорошо. Берем, снимаем колпачок и вау.
показать вам. Ой, какой аромат издается, мама мия. Смотрите. Все еще налью. В общем, мне не жалко наливать, потому что здесь у меня его много. Этого аромата у меня очень много. Целых 90 миллилитров. Потом у меня большая коллекция. И у меня много бутылочек в больших объемах, поэтому хватит и мне, и сестре, и подругам, наверное. Ну, хочет человек попробовать, почему бы и нет, почему бы не поделиться. Вот, все. Все. Еще одна. Так, чтобы... Думаю, что достаточно. Смотрим. Полный флакончик. Вот как он. Вы знаете, удобно сюда вот наливать. Вот таким вот образом, при помощи вот этой лейки. Сразу же закрываем, чтобы он быстренько... Все плотно. Хотелось бы мне попробовать сейчас сделать чисто так для самой себя узнать, будет ли два пшика глухих, то есть или нет. Вот так бы мне хотелось, конечно, поэкспериментировать, но не хочу. Ладно, сюда закрываем. Все, аромат есть. Вы знаете, сильно не раздался аромат по комнате, как-то он держится вот здесь, и все. Красота. Вот, поделилась я новым ароматом, и я очень рада. Но мне этот аромат нравится носить летом. У меня был пробник, летом я всегда хожу в магазин, пробую, и он мне нравится летом. Попробовала я его наносить на себя зимний период, не идет у меня, вот и все. Так что будем говорить летом про этот аромат. Попробую весной, может быть, весной, поздней весной, может быть, он тоже красиво зазвучит. Терри Мюглер, красивый флакон. Боже, какой красивый флакон. А аромат какой красивый. Я никогда не могла бы подумать, что он мне очень сильно понравится. Потому что я его просто не переносила, не понимала. Ну, вот такое вот бывает. Это очаровательный аромат. Я его с удовольствием носила осенью. Может быть, вы заметите, немножко поносила. Не могу много поносить, потому что еще есть другие ароматы. Всегда одеваю ароматы под настроение. Но тянулась рука к этому аромату очень часто и тянется сейчас. В общем, и зимой мне нравится. Посмотрим, как он раскроется на мне весной. И следующий аромат в виде тестера. Это, девочки, был тестер. Клик я, наверное, уже сняла. Нет, есть.
тестер, видите, я даже наклейку не снимала, то есть как-то я к этому спокойно отношусь. Тестер купила, чтобы попробовать по очень выгодной цене, почему бы и нет. Вы знаете, я не разочаровалась. Я довольна, что я попробовала вот этот аромат. Здесь вот такой мускус сладкий, какой-то нежный, воздушный. Красота! Его носить можно везде. В офис, в доме, в люди, везде. Но я его часто ношу в доме, потому что он мне такой теплый, такой уютный, такой нежный, такой домашний. Прям не знаю, как передать. В общем, сама нежность. И очень стойкий, кстати. Это туалетная вода. Я его очень часто одеваю на мою кожу, не на одежду, на мое тело перед сном. Мне нравится в нем засыпать. И следующий аромат, который я вам хочу показать. Valentino Pink от Valentino. Очень красивый аромат. Я действительно рада, что я его купила. Что все-таки, несмотря на отзывы, которые я читала на фрагрантике, несмотря ни на что, я опиралась на мои ощущения. То есть он мне понравился, почему бы его не купить, правильно? Если многим он не нравится, то ради бога, я как-то к этому очень спокойно отношусь. Есть в этом аромате изюминка, ну прям больше про него говорить не буду, потому что я могу про этот аромат говорить очень долго. В общем, для меня этот аромат останется зимним ароматом. Я его, конечно, попробую весной, летом, осенью, как он будет раскрываться, естественно, буду тестировать, но ощущения вот останутся зимние. То есть однозначно я его отнесу к зимним ароматам, красивым зимним ароматам. И последний аромат, здесь он у меня лежит, это «Звезда». Это лимитированный выпуск от марки Thierry Mugler. Очень красивый флакон. В общем, после того, как я сняла видео демонстрации флакончика, демонстрировала флакончик, как только я купила этот аромат, ссылочку на видео я вам оставлю внизу под видео в инфобоксе. Если кому интересно посмотреть видео, то зайдите посмотрите. В общем, я пробовала его носить после того, как сняла видео, для того, чтобы снять потом еще раз видео, сделать какой-то отзыв. В общем, не пошел мне этот аромат. Не пошел и не пошел. И практически целую зиму я к нему не прикасалась. Моя рука к этому аромату не тянулась. Почему? Я думаю, что причина в том, что у нас здесь, в Италии, особенно в моем городе, очень влажно, то есть сыро. И иногда в городе бывает такой туман, прям такой туман сильный. Выходишь на улицу и везде вот так вот серо. То есть, может быть, поэтому сейчас теплеет, можно сказать. Наверное, будет уже скоро ранняя весна, потому что солнышко выглядывает, такой приятный теплый воздух, уже не так холодно, сухой воздух. И я недавно на днях делала порядок моих ароматов, то есть в тумбочке, да, в шкафчике ставила их, расставляла красиво, то есть чтобы было все красиво. Если вам интересно, могу показать. И
Я решила его открыть, думаю, дай-ка я его попробую. То есть вспомнила про него. Такой аромат раздался. И вот сейчас я держу перед камерой, перед моим телефоном, вот эту звезду. Сижу спокойно, снимаю видео, и до моего носа доходит такой вот приятный аромат. Начинаю я узнавать Терри Мюглер. Вот какой-то он загадочный, не знаю даже, как сказать. И я его, значит, достала с коробочки. Коробочку оставила, значит, в шкафчике, буду я сейчас его носить. То есть я веду к тому, что сейчас меня он зацепил. В общем, я буду его носить, и, наверное, скоро будет видео про него. Так что вот так. И на этом я мое видео буду заканчивать. Желаю вам всего самого наилучшего. Надеюсь, что видео вам понравилось. Большое спасибо тем, кто меня всегда смотрит. Мне очень приятно. И я желаю вам всего самого наилучшего. Пока-пока. Целую вас. Вот мой шкафчик, где я храню мои ароматы. Здесь я все красиво поскладывала, чтобы был порядочек. Я люблю порядочек, чистоту. Поэтому у меня здесь все красиво поскладывано. Видите? Здесь у меня флакончики, которые не имеют свои коробочки. Я их здесь все поскладывала для того, чтобы не пылились. Это пустая коробочка от марки Терри Мюглер аромата Womanity, про который я в видео рассказывала. И вот такой у меня большой этот шкаф. Мы сейчас переходим на вторую половинку. И будем смотреть еще ароматы. Вверху это не ароматы. Здесь внизу ароматы. Я их всех красиво вот так поскладывала, расклала, чтобы было все видно. Вот так вот. Вот такой у меня порядок и чистота.